Saban Films и Premier Entertainment Group представляют. В сотрудничестве с Bonded Media Capital. Подстава. Сэр, вы меня слышите? Патруль, прием. Код 2А3. Мужчина с огнестрельным ранением в плечо. В этом. Твой ход. Чего? Мат. Ага. Уже 2-1. Ладно, ты везучая. Тогда почему я здесь? Пап. Я хочу домой. Я знаю. Прости, но все будет хорошо. Откуда тебе знать? Слушай, какое-то время тебе надо побыть здесь. Это необходимо для того, чтобы тебе стало лучше. Пап, ничего не выйдет. Разве не видишь? Положись на меня. Ты не можешь остановить неизбежное. Хватит. Меня уже не спасти. Мне не нужна помощь, а вот маме она была нужна, но ты ее бросил. Хватит. Хватит, прошу. Что ты хочешь от меня услышать? Что я виноват в ее смерти? Ладно. Но я не хочу потерять свою дочь. Я этого не допущу. Пап, лучше уйди. Нет, нет, я не собираюсь сдаваться. Все бесполезно. Есть и другие методы, Эмма. Прошу, уйти. Оставь меня одну. Эмма, прошу, просто дай мне шанс. Я устала. Иди. Thank you.
Извините, извините. Мистер Гибсон, мистер Гибсон. Да. Я все оплачу, обещаю. Это не моя прихоть, сами понимаете. Безусловно. Кейс в банке. Парни Валенти его привезли сегодня. Уверен? Да. Тип по имени Кэмерон, их адвокат. Вещица прилично застрахована. Я проводил сделку. Выходит, все схвачено? Конечно. Пин-код на жестком диске. Поторопись. К чему спешка? За ней скоро приедут на бронированной тачке. А покупатель? Все схвачено. О, а? Нет, спасибо. Как хочешь. А этот парень, ему можно доверять? Да, могу вас познакомить, если хочешь. Мы с ним перекидываемся в покер, а он профи. Нет, нет, лучше не стоит. Все равно он не будет рад меня видеть. Торчу ему денег. А чаевые? Скоро получишь. Так. Эй! Эти ребята крепко за меня взялись. Зачем я согласился? Все готово. Надеюсь, мне вернут залог. Моя собственность до сих пор у них. Черти, обобрать меня решили. Мерд. Привет. Это все твое? Вроде того. Можешь взять абонемент на год или на месяц, но годовой выгоднее. Хотя долгие отношения это не твое. Подколола. Это же было давно. А чувство юмора все тоже. Итак, думаешь, Джеку это будет интересно? Его доля 500 тысяч.
И сверху деньги его парням, твоим парням и тебе. Но мне нужна команда. Вот это разговор. Это все ради Эммы? Да. Существует экспериментальное лечение, но страховка его не покроет. Мне жаль. Я постараюсь помочь. Поговорю с ним. Ладно. А! Узнаешь? Где ты их нашла? С возвращением. Это подарок. Спасибо. Дела идут не очень, но я плачу вовремя. Ты все получишь. 100 кусков. У тебя лет 10 уйдет. Я расплачусь с тобой. Есть одно дельце. Но только если ты простишь мне долг. Идет? Все до цента. Привет, Джим. Привет. Да, я получил сообщение. Ясно. Слушай, деньги не пришли. Правда? Я... быть не может. Я точно помню, что все отправил. Ник, просто проверь еще раз. Да, хорошо. Обязательно. Ничего не получил. Я посмотрю. Перезвоню, как только смогу. Хорошо. Мы сможем войти внутрь, только когда управляющая банк уйдет. К счастью для нас, каждый день в 20:30 она забирает ребенка из школы. И тут наш выход в 2:30. У нас 20 минут. Как только попадете внутрь, ищите моего человека. Его зовут Райан. Он помощник управляющего отделения. У него ключи от ячеек и хранилища. Так что... вы можете потолкать его для вида, но не сильно. Не переборщите. Зачем, если он твой человек? Затем, что нам нельзя палиться, что у нас все продумано. Точно. Дальше. Когда получите ключи, сразу начинайте вскрывать все доступные ячейки. Ясно? Я могу вскрыть их и без ключа. Но предупреждаю. Будет кипиш. Хорошо. Так даже лучше. Дальше. Ищите ячейки покрупнее. Они находятся слева. Ячейка 23.
Это наша цель. Внутри будет вот такой кейс. Открывайте столько, сколько сможете. Но Джек займется номером 23. Все, что вы найдете во вскрытых ячейках и деньги в хранилище, ваш. А в кейсе что? Не твое собачье дело. В хранилище и ячейках полно денег. Понял? А это что еще за чудило? Черт, да. Это Ксандр. Он с нами не пойдет. Будет мониторить камеры, сигнал тревоги, слушать копов. Никакого насилия. Так кто тут главный, Джек? Он или ты? Слышь ты, я тут всем заправляю. Повторять не буду, у меня нет времени искать говнюка на твое место. Для тебя я главный, усек? Этот кейс будут искать, как и вас. Ясно? Если мы хоть кого-то покалечим, то копы перейдут в наступление. Нам это не нужно. С этим все понятно. Но дерьмо случается. Не в этот раз. Мы делаем дело и валим. Федералы подумают, что мы лузеры, которым повезло и отстанут от нас. Или будут искать, но не в том месте. Слушайте, если все сработает, сорвем большой куш, и каждый получит свою долю. Усекли? Понятно? Ладно. Это развод. А сколько получит Джек? Я не берусь за дело, не знаю выхлоп. Что-то здесь нечисто. Так, он свой чел. Понятно? Его отец помогал мне в тюрьме, и я пообещал, что помогу его сыну, когда выйду. Вот так. А еще он прошаренный. Данные покупателя у тебя? Да. Хорошо. 5 дней не слишком рано для продажи украденного. Обмен будет из рук в руки. Я уже утвердил дату и время. Любые изменения вызовут лишь... Оставь как есть. Но мне нужна гарантия, что все пройдет по плану. Конечно. Приготовьтесь. Принято. Время. Минго, вот и она. Как часы? Ксандр, запускай запись. Принято. Камеры через 3, 2, 1. Понял тебя. Видео запущено. Время пошло. Ну что, погнали? Действуем по плану. Всем быстро лечь на пол! Морды в пол! Сейчас же! Лечь быстро! Рты свои закройте! Всем лежать! Открой дверь! Открой сраную дверь! Хочешь сдохнуть? Руки на пол, быстро! Заткнись! Я куда тебе ты что смотришь? Сказал? А? Лежи нахрен на месте! Что? Давай, открывай дверь, резче!
Ложись нахрен обратно! Никому не двигаться! Заткнитесь! И не смотреть на меня! Поняли? Отвернулись! Быстро! Где ключи от ячеек? Они не сработают. А я тебя спрашивал. Гони ключи, говнюк. Лежать! Возвращайся к остальным. Быстро. Управляющий выходит. Сюда, быстро! Ложись! Бежи и не дергайся, только двинешься, падла! И считай, у тебя дополнительные дырки в башке! Ячейка 23. Погнали. Отвернись от меня нахрен. Я сказал не смотреть на меня, мать твою! Четыре минуты, пошли! Давай, 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 валим! Лица в пол! Я сказал лежать! Голову вниз! Пошли! Эй! Нет! Стоп! Нет. Вы что творите? Эй, стойте! Где он, черт возьми? Что это за фигня? С меня все! Эй, стой! Ты чего? Эй! Ты чего там копался? А? Это полиция! Это полиция! Все быстро поднять руки! Всем людям поднять руки! Все чисто! База, мы получили неверную наводку! Ю-ху! И кто у нас тут крутой? Тот самый Ксан. Ксан крутя. Можешь звать меня Ксан, брата. Хорош! На хвосте никого! Все чисто! Дай-ка глянуть! Ништяк! Черт, да! Эй, смотри! Нравится? Справишься? Так бы и я смог. Эй, эй, эй! Вы знаете уговор? Забирайте деньги и все награбленное, но не это. На нем 500 кусков. Не потеряй. Ладно, план вы знаете.
Никто из вас, придурков, не высовывается. Переждем пару дней, и каждый получит долю, ясно? Так чё? Вот, подогрейтесь. Вот это я понимаю. Да. Вы меня слышите? Копы уже были здесь, ясно? Я сказал им все, что знаю. Мистер Томпсон. Так. Повторюсь. Ну, у меня спустило колесо. И я вышел его проверить, кто-то похлопал меня по плечу. Это все, что я помню. Ясно. Ну, если еще что-то вспомните, дайте нам знать. Ага. Ладно. Он свистит. Да, большинство бомбил те еще аферисты. Работают под чужими документами и подгоняют стрип-клубам клиентов. Может, это он и скрывает? Минутку. Привет. Это Купер. Да, нужна помощь.
Здрасте. Здрасте. Как вы? Мне надо в туалет. Да. Так. Держитесь. Хорошо. Идемте. Спасибо. Дальше я и сам смогу. Да. Точно? Но это надолго, сами понимаете. Кокс расплавит тебе мозг. Я же сказал не звонить. Каждый наш разговор заканчивается гемором. Что-то про Ника не слышно. Если бы тело нашли, мы бы сразу узнали. Ты уверен? По голосу не скажешь. И что? Мы так не договаривались. Я обещал 50 кусков за Ника. Пока не получу денег за кейс, твоя доля тебе не светит. Ты чё, Джерри? Что значит мало? На понт берешь? Лучше следи за базаром. Послушай. Кейс у меня, Джек. Гони мои деньги, или я не приеду. Ты нам всю сделку просрёшь. Покупатель готов. Заднюю не включаем. Бабки будут. Доля Ника моя. И точка. Я не торгуюсь. Так что решай. Я напишу тебе, когда и где забирать деньги. Алло. Алло. Уиллис, сделай-ка мне одолжение. Я могу вам чем-то помочь? Я ищу палату Эммы Гибсон. Вы ее родственник? Нет. Друг семьи. Мне жаль, сэр. Вам нельзя. Только ближайшим родственникам. Но я могу передать букет. Пожалуйста. Большое спасибо. До свидания. Можешь отнести ей прямо после МРТ.
Привет, Эмма. Дядя Уиллис передает привет. Пап. Привет. Скоро я тебя вытащу. Где ты пропадал столько дней? Не волнуйся. Что это на тебе? Не говори. Не хочу знать. Не волнуйся. Сейчас. Возьми. Я скоро вернусь. Ладно? Такси вызывали? Садись. Валим отсюда. Они мне сразу не понравились. Надень-ка это. Думаешь, Джек и Вероника знали? А можно что-то сделать в блокчейне? Или, не знаю, как-то отменить транзакцию или вернуть деньги? Нам ничего не сделать без носителей. Без пин-кода у нас просто нет доступа. Тогда я все верну. Выбора нет. Что это? Купил по акции. Тебе не помешает. Чувак. Хреново. Сможешь вернуться в больницу? Там Эмма. Да, ладно. Присмотрю за ней. Это видео с облака до начала ограбления. Их жесткие диски уничтожены. Время записи? 2:29. Кто это? Управляющая. И начало ограбления. Примерно в 2:30, вот сейчас. Чисто. Это монтаж? Да. Отмотай. Вот момент склейки. Тогда они и ворвались. Они подменили видео и загрузили его в облако. Они не новички, это профи. Есть еще какие-то записи с улицы? Есть. Вот они. Номера видно? Только часть. Они знали, где стоят камеры. Проверим. Ясно. Найдете что-то, звоните. Поехали, узнаем, что там по этим ячейкам. Спасибо. Ugh.
где он? А? Ты, урод, где мой чертов кейс? Я ни при чем, Джек. Это он. Ну и где Джек? Пошел ты. Отвечай, где он? Где Джек? Говори! Я не знаю. Мы заключили с ним сделку. Он обещал отдать нам твою долю. Это все, что я знаю. Он где-то со своей кокаиновой шлюшкой. Слышь, что? Больше не приближайся к моей дочке. Ты понял? Ты меня понял? Ты понял, ублюдок? Уиллис! Уиллис! Твою ж... Вот ублюдок, черт побери! Ник, как дела? Да так. Вот, блин, выглядишь так себе. Я таким больше не занимаюсь. Мои глаза просто не смогу. Ну, если так. О, черт, погоди, я уберу. Садись сюда. Вот так. Так, что тут у нас? Сейчас уберу сумку и достану покрывало. Думаю, сойдет. Да, она чистая. Ставь руку. Ну, посмотрим. Так. Смотрю, в тебя попали дважды. Да? Да. Ага. Похоже... Ты серьезно встрял. Можно и так сказать. У меня плохие новости. Твои швы разошлись. Ты теряешь много крови. Дыхание не затруднено? Нет, нет. Хорошо. Сейчас я тебе промою раны. Будет немного больно, но мне нужно хорошенько все осмотреть. Ага. Так, сейчас поищу чистую иглу. Шутка. Хоть суд и лишил меня лицензии, я все еще хороший док. Это поможет. У меня нет анестетиков, но есть замораживающий гель. С дёснами неплохо помогает. Готов? Будет довольно больно. Это ведь первый прокол. Итак, готов? Почти готово. Отлично. Фу. Вспомнил, есть обезболивающее в таблетках. Держи. Пей по инструкции. Слышь, у них срок годности истек. Помогут? Да, мне неплохо помогают. Хочу пивка выпить. Ты будешь? Ага. Хочешь? Держи. Эй, босс, мы нашли фургон. Он в угоне. Видимо, часть номера совпала. Отпечатки? Не нашли. Купер? Ага. Это точно? Понял. Конечно. Спасибо. Звонил адвокат Кэмерон. Владелец одной из ячеек в банке.
сообщил о пропаже. Вещь была застрахована. Он предъявит иск. Вам помочь? Да, мистер Гибсон к мистеру Кэмерону. Мне нужно с ним поговорить. О чем? Об украденной у него вещи. Да, пришел человек, он ждет вас. Да. Пройдемте. Мистер Гибсон, чем обязан? Итак, в общем, надеюсь, мы сможем помочь друг другу. У меня есть информация о вещи, которую украли у вашего клиента. Но она должна быть представлена лично мистеру Валенти. Я не разглашаю список клиентов. Извините. Даже будь у меня такой клиент, я бы вам не сказал. Ясно. Ясно. Ну что ж, тогда я пойду. Знаете, я надеюсь, что эта информация не попадет к мистеру Валенти через третьих лиц. Постойте. Вернитесь. Не знаю, кто вы и что вам нужно. Но вот вам адрес. Позвоните по этому номеру через час. Получите указания. Осторожнее, мистер Гибсон. Не играйте с огнем. И как идут поиски моей собственности? Идут полным ходом. Вещь принадлежит лично вам? Нет, я представляю фирму владельца. Она зарегистрирована за пределами США. Я как агент подал заявление от лица компании сразу, как узнал о пропаже. И какая конкретно фирма? Argenti International. Слышали о такой? Да. Читали о нас в Wall Street Journal? Не совсем. Но я видел отчеты Интерпола о подставных компаниях для мафии. Наверное, вы перепутали ее с другой фирмой. Мы законная холдинговая компания. Специализируемся на недвижимости. Так не расскажете, что конкретно пропало из ячейки? Конечно, мистер... Агент Купер. Это... Оуэнс. Криптовалюта. И какова сумма страховки? $2 миллиона. Ее рыночная стоимость. Господа, у меня сейчас будет важное совещание, если вы позволите. Конечно, спасибо. Что думаешь? 2 миллиона? Да. Неудивительно, что они не рады полицейским. Просто хотят получить страховку. Спасибо. Черт.
Здрасте. Мне сказали позвонить по этому номеру. Магазин ламп? Ага. Понял, спасибо. Похоже, наш водитель оказался не так плох, как мы думали. Звонили из больницы. Парень сбежал оттуда. Обычные люди так не делают. Свалил, когда мы ушли. Возьмем его в оборот. Да, попроси Рид, пусть сейчас же прогонит его по базам. Принято. Привет, ребят. Итак, мистер Гибсон, вы хотели нам что-то сказать? Где мистер Валенти? Ты это слышал? Послушай сюда, умник. Ты сейчас не выплевываешь свои зубы только потому, что мне сказали тебя выслушать. Не видать тебе мистера Валенти. Так что расскажи мне то, что я хочу услышать. Я хочу сообщить ему, кто его ограбил, и что я могу вернуть пропажу. За дурака меня держишь? Все нормально, Джоуи. Я поговорю с ним. Мистер Валенти, я могу вернуть вам ваш кейс, украденный из банка. Как? Я один из грабителей. И почему я должен тебе поверить? Ладно. Заместитель управляющего дал наводку. Вот как они все узнали. Он мертв, но я знаю убийцу. Правда? Да. Меня тоже пытались убить. Значит, тебе нужна защита? Мистер Валенти, полагаю, это имущество хорошо застраховано. Если я прав, самое время получить компенсацию. Но что если вы получите и страховку, и сам кейс? Это ведь лучший расклад. И я единственный, кто может вернуть его вам. А если ничего не выйдет? Вы получите страховую выплату. А почему бы Питу не сломать тебе пальцы, чтобы ты сказал, у кого кейс? Потому что мне гораздо проще будет вернуть его вам с целыми пальцами. С целыми, говоришь? Но если обманешь, я тебя ими накормлю. Эй! Мне понадобится помощь. Правильно ли я понял? Ты крадешь у меня, а не у тебя. А теперь ты хочешь вернуть награбленное мне? В чем выгода? Эй, тихо. Хочу вылечить свою дочь. Она очень больна. Понятно. Хочешь свою долю? 15% от 4 миллионов. 500 кусков? Я не дам ей умереть. Да расслабьтесь. Столько Эриков Томпсонов. 26 в штате Невада. Кто-то судим? Один. Подделка документов и кража со взломом. Хорошо. Есть документы? Эрика Томпсон. Мы тоже ничего не нашли. Не. И на работе отличная репутация. Полгода здесь катался, как он и сказал. Понятно. Тупик. Соберите всех. Нужно попробовать другую тактику. План такой. Нам нужно расширить зону поисков, ясно? Соберите информацию обо всех вооруженных нападениях. О каждом ограблении за последние полгода. Каждой краже из киосков в Неваде. Понятно? И еще соберите данные об отпусках или больничных всех сотрудников отелей, профсоюзов, строительных и любых других компаний.
Затем сопоставьте эти данные с датой ограбления. Если что найдете, даже малейшую зацепку, сразу же свяжитесь со мной или с Оуэнсом. Ясно? Принято. Принято. Вперед. Вы чего, дебилы, мне названиваете? Джек, Уиллис мертв. Что? Где? Кто это сделал? Говорил с копами? Где Кейс? Джерри держит его у себя дома. Забери его сейчас же. Потом сваливай оттуда и не возвращайся. Во всем обвинят тебя. Выкинь телефон. Поменяй симку и позвони мне. Я напишу тебе, понял? А доля Уиллиса? Что случилось? Уиллис мертв. Что? В смысле? Им все мало. Уиллис был тупым торчком, мать его. Одним дебилом меньше. Ты куда? Мне нужно на работу. А давно ты этим занимаешься, Бит? Тебе это пригодится. Да, Александр. Что такое? Да, ладно. А соус? Взял. Класс. Как она? Хочет есть. Хороший знак. Да. Спасибо тебе. Без проблем. Прорвемся. Ах, да. На десерт. Сначала берешь вот так. Нет, пап, это скучно. Зажимаешь пальцами, берешь, ладно, прокручиваешь. Давай есть. Крутить? И я сейчас все вытащу. Боже мой, кусок. Мне нельзя? Да, вам нельзя к ней в палату. Простите, только близким родственникам. А, все хорошо. Проходи. Как ты, Эмма? Ну так, нормально. Снова встречаешься с моим отцом? Простите, мне нужно отвезти Эмму на плановый МРТ. Скоро увидимся, ладно? Мы совсем ненадолго. Готовы? Как прогресс у Эммы? Выглядит гораздо лучше. Зачем ты пришла? Слушай, я не знала. Рада, что ты жив. Твой парень знает, что ты здесь? Нет. Ник. Где мой кейс? Что это? Ответ на вопрос. Откуда мне знать, что это не подстава?
Просто поверь мне, я не хотела, чтобы так вышло. Верить тебе? Да что с тобой? Чего? Что со мной? Это Джек, твой парень, пытался убить меня. Я здесь ни при чем. Конечно. Стой, стой! Пока, Ник. Вероника, стой! Нет, все в порядке. Досье у меня, сейчас вышлю. Что у тебя? Помнишь труп пацана в той машине? Угу. Бобби Уиллис. Так вот, судмедэксперт как раз закончил с отчетом. Инфаркт. Следы удушения, передозировка. В крови нашли наркотик. Скорее всего, фентанил. Интересно. И в день ограбления он взял больничный. Бобби Уиллис. Знаю такого. На нем два ограбления, в том числе инкассаторов. Угу, точно. Токсикологическое исследование займет пару дней, но еще ему раздавили трахею. Что теперь? Теперь установим, причастен ли Уиллис к ограблению, и найдем его сообщников. Я пробил несколько имен по базе и нашел одно. Джерри Фостер. Джерри Фостер. Инспектор Паудо сказал, что они сидели вместе и освободились в одно время. Инспектор также сообщил, что Фостер встречался с танцовщицей Моникой Смит, известной как Моник. Моник. Есть адрес? Конечно. Кенвуд, 1519. Принято. Поехали. Итак, если я все правильно понимаю, двое должны жить здесь. Что тут за свалка? Джерри, это ты? Тут хрен, что найдешь. Да уж. Джерри, это ты? Все в порядке, мисс Фостер. Это я, Саль. Черт. Вот ты где. Обойди вокруг! Не с места!
черт! И что с ним делать? Мне нужно бы задать ему пару вопросов. Ну, вперед. Полиция! Здравствуйте. Добрый день. А Джерри Фостер сейчас здесь? Что он натворил? Он давно не объявлялся. Так, но живет он тут? Иногда. Ясно. А вы знаете что-нибудь о его друзьях? Можно войти осмотреться? А ордер есть? Нет. Но так как вы на УДО, я бы на вашем месте оказал нам более активное содействие. Я знаю только парня по имени Салливан. Иногда он ночует в доме матери Джерри на Дюранго Террас. Мы с ним толком не разговаривали. Ясно. Благодарим за помощь. Спасибо. Звони, Рид. Пусть проверит адрес на Дюранго Террас. Будет сделано. Эй! Что за хрень? Эй, эй, слышь? Где сейчас Джек? О чем ты вообще? И у кого мой чертов кейс? М? Пошел ты. Можно я? Прошу. А это кто? Твой парень? Сейчас узнаешь. Он задал тебе вопрос. Вы оба сдохнете, ясно вам. Нет, 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 не надо, нет. Я не знаю, где он сейчас. Правда. Я не знаю. Я не знаю, клянусь. Правда. Что это за хрень? Все только начинается. Что вы задумали? Я не остановлюсь, пока ты не скажешь, где найти Джека. И как далеко мы зайдем, зависит от тебя. Казино Фрипорт. Завтра вечером. Молодец. Отлично. Как там моя качалка?
Моя качалка в порядке. Где ты была? Ты знаешь где? Нет, не знаю. Тебя не было в фитнес-клубе. Мне пофиг. Я знаю, что ты любишь его. Пофиг на меня или на то, что он жив? Какого хрена, Джек? Успокойся. Не говори мне, что делать! Ты мутил дела за моей спиной, пытался убить моего друга. Я следующая? Я увидел возможность. И я ею воспользовался. Вот в чем разница между такими, как ты, и такими, как я. Я добиваюсь своего. Я победитель. Кончился кокс? Эй, гляди, что у меня тут. А то я смотрю, у тебя уже ломка, да? Хочешь нюхнуть? Сиди здесь, я порешаю вопросы, а потом мы поговорим. Нет! Был уговор! С меня на водку, и мы в расчете! Хочешь быть с ним? Так тянет на дно. Дверь там. Разберись со своим дерьмом. Полиция? Джерри, ты окружен. Джерри, это ты? Сдавайся! Доложи. Сейчас. Получил инфу о встрече? Буду там. Так, только не облажайся. Простой обмен, и каждый получит долю. Понятно. Куда вы это понесли? Это мое! Верните сейчас же на место! Я позвоню в полицию! Пришлите, пожалуйста, еще несколько.
Тихо, все в порядке. Тихо, успокойтесь. Мы из полиции. Тихо. Вы не все. Я хорошо. Позвоню в полицию. Мы есть полиция. Все хорошо. Смотрите. Сюда. Куда это? Внесите в список. Взгляните. Нашла на кухне. Я уже выяснила. Это номер телефона Джерри Фостера. Найдите, где он. Поняла. Держи. Туда. Так, ну что там? Да, я знаю это место. Мы едем. Понадобится подкрепление. Рид засекла его местоположение. Кто-то заплатил за свет. Мертв. Есть пульс. Что ты с ним сделал, Джек? Устраняешь нас по одному? Джерри, ты что несешь? Эта шлюха с тобой заодно? Хорош уже бред нести! Мы тут ни при чем! Если это не вы, тогда кто? Где деньги? Дашь мне кейс, и деньги твои.
Ставь на пол. Что такое? Хочешь еще? Тихо, Джерри, не глупи. Брось пушку! Ник? Брось пистолет. Как насчет рыничка, а? Любишь ее? Нет. Нет. О, черт. Нет. Давай, держись. Все будет хорошо. Обещаю. Я тебя вытащу. Я... Черт. Эй, Вероника, держись. Нет, не уходи. Не оставляй меня. Почему так долго? Все будет хорошо. Мистер Валенти попросил тебе передать. Это для твоей дочери. Держись, прошу тебя. Ну что ты? Милая, это ты меня прости. Нужна моя помощь? Нет. Кажется, мы опоздали на вечеринку. Похоже на то. Помнишь его? Джерри Фостер. Верно. Мы ничего не упускаем? Что-то не сходится. О чем ты? Траектория нелогичная. Взгляни на ноги. Видишь? Забирайте. Что-нибудь нашли? Пока нет, сэр. Ну, продолжайте. Хорошо. Я на улице. Кто знает. Возможно, они чем-то еще промышляли вместе. Поэтому и встретились тут. Делили награбленное. Но где деньги? Дай блокнот. Так. Грабители и их фургон мы уже обнаружили, верно? Что еще? А где жесткий диск? Он пропал.
И Эрика Томпсона так и не нашли. А что? Ты думал, он будет здесь? Есть задание. Узнай, кто из этой банды работал или был как-то связан с сервисами такси. Спасибо. Здравствуйте, сэр. Месье Шарпантье. Пит! Привет, рад тебя видеть. И я вас. Что с кейсом? Где пин-код? Что? Он должен быть внутри. Мистер Валенти сказал нам передать кейс, и все. Ни про какие пины мы не знаем. На оплату 30 дней. Без пин-кода он бесполезен. Ничем не можем помочь. Соляви. Пит. Пин-коды. Подстава, держи пилу, экстаз, аббревиатура. Сабан Филмс и Премьер Энтертеймент Групп представляют совместно с Bonded Media Capital. Подстава. В ролях Рэнди Кутюр, Луис Мэндилор, Крис Мехер, Тексас Бэттл, Бенджамин Абиола, Мишель Плая и Кэм Жиганде.